Вітаю вас, шановні глядачі. Ми розпочинаємо і продовжуємо свою роботу у прямих ефірах. Залишаються останні, саме останні дні до початку нового року. І вместе з вами в этой студії ми пытаемся, именно пытаемся подвести итоги уходящего 2015-го, потому что каждый день масса, море событий, которые нас сопровождали на протяжении всего 2015-го года, и очень сложно что-то не упустить. Конечно, мы что-то упускаем, но главные итоги постараемся озвучить. Наша версия, своеобразная наша версия, наш рейтинг даже не событий, а тех позитивных изменений, которые, на мой взгляд, все-таки происходят в стране. Сегодня я буду оптимистом в этой студии, максимально постараюсь таким быть, хотя речь пойдет о серьезных вещах. У нас даже дверь сейчас так хлопнула, потому что все реагирует на то, когда мы начинаем говорить о событиях в стране. Будет ли нам легко в следующем 2016-м, сейчас я уже буду не оптимистом, а реалистом, ну сказать, что будет сложно, это ничего не сказать. Тем не менее, если говорить о хороших вещах, то прежде всего хочется несколько добрых слов сказать в адрес армии. У нас теперь есть сильная армия, которой мы по праву гордимся. Вспомните, когда мы гордились своей армией, теперь это даже не обсуждается, это правда. Патрульная полиция. Если реформа всего МВД пока в процессе, то патрульная полиция есть и работает. И мы им доверяем. Я видел, как они общаются с обладателями очень тяжеловесных ксив. И могу свидетельствовать, такого в Украине не было. И вообще, мог ли кто-то 3 года назад даже представить, что можно доверять патрульным? Сегодня они называются полицейские. Безвизовый режим, который одобрила Еврокомиссия. Можно соглашаться или нет с Юрием Луценко, это гораздо больше, чем возможность ездить в Евросоюз без штампа в паспорте. Это принципиальный цивилизационный выбор. Это переделанное по европейским стандартам законодательство. Это антикоррупционные структуры по европейским образцам. Я напомню, я сейчас оптимист. Это важнейший шаг от русского мира на Запад. Энергетическая независимость от России. В канун Нового года никому не придется лететь на дачу к Миллеру или к Медведеву, и даже, как его там, Путин, да, чтобы срочно решить вопрос с газом. Ну и есть такие законодательные изменения в Минюсте, тут медленные, но очень важные моменты возникают. И дело не в регистрации бизнеса в 24 часа, хотя сегодня, я думаю, Сергей Якубовский, доктор экономики, у меня будет поправлять и, наверное, где-то, если не критиковать, то я еще раз говорю, будет больше пессимистом или реалистом. Вот такие самые важные, на наш взгляд, изменения. Я прекрасно понимаю, что страна меняется. Через боль, через кровь, через потери. Хочу пожелать вам, а еще будет очень много пожеланий. Главное, начинать эти перемены с самого себя. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Переходим к реалиям. Да? Позитива добавили, я надеюсь, нашим телезрителям. И говорим о том самом государственном бюджете Украины 2016 года, который уже окрестили его слепой бюджет, потому что он голосовался вслепую. Эксперты отмечают несколько негативных моментов, которые в нем есть, и они повлияют на экономику нашей страны в следующем году. Какие эти моменты, вот так, чтобы донести телезрителям, объяснить, в чем опасность, в чем риски. Опять-таки постараться говорить реальные вещи, да, не пугая, если это возможно, наших телезрителей. Спасибо. Ну, сначала хотел бы вас поблагодарить, потому что несколько минут такие были классные. Вот вы так рассказали про Украину. А теперь в реалии, и хотелось, да, бы верить, что мы в начале такого пути светлого. И то, что вы сказали, в принципе, вселяет оптимизм. Если бы не экономика, если бы не то, как принимался бюджет. Здесь проблема не столько в содержании бюджета, сколько в том, как он принимался. Понимаете, второй год подряд депутаты Верховной Рады проголосовали за то, что они не видели и не обсуждали. Если в прошлом году... То есть все, как обычно, скрывалось до последнего момента. Да, да. Если в прошлом году казалось, что это вынужденная мера, выборы в парламент, в начале декабря только начал работать парламент, правительство, новый министр финансов, и ну, вот так случилось, да?
Но когда в 2015 году, в начале декабря был готов бюджет, при несколько миссий МВФ приезжало и согласовали новый революционный налоговый кодекс, потому что все-таки нужно менять, прежде всего, налоговое законодательство с тем, чтобы страна стала привлекательной для иностранных инвестиций, с тем, чтобы мы воспользовались тем потенциалом, который открывает соглашение с Европейским Союзом. Потому что если сюда не придут европейские, американские инвестиции, то мы останемся с тем же технологическим уровнем, который отстает уже на десятилетия от стран, которые находятся рядом с нами в Европе. Специально Джо Байден приезжал для того, чтобы поддержать бюджет, поддержать новый налоговый кодекс. Депутаты аплодировали. Гимн вместе пели. Фотографировались. Фотографировались, да. Тарас Шевченко вспоминали. Джо Байден уехал, и буквально на следующий день парламент полностью отклонил новый налоговый кодекс и тот бюджет, который был согласован совместно с Международным валютным фондом. Почему? Потому что оказалось, большинство в парламенте думают прежде всего о бизнесе, который связан либо с ними, либо с их покровителями, которые спонсируют и контролируют фракции в парламенте. И начали, как обычно бывает в украинском парламенте, торговаться. Каждый олигарх, каждая группа пыталась что-то получить для себя в бюджете. И поэтому глава парламента был вынужден поставить на голосование ночью тот бюджет, который не обсуждался, потому что если бы люди в новостях хотя бы несколько дней слушали, о чем говорят представители фракции, то, я думаю, Новый год не был бы спокойным для депутатов. Потому что то, что произошло, когда нормальный вариант налогового кодекса отменили, сообщили, что нужен еще год для того, чтобы обсуждать новый налоговый кодекс. То есть 2 года нынешние люди находятся у власти, и им нужен 3-й год. В то время как каждый год падение ВВП составляет 10%, а реальные доходы населения в 2015 году на 40% снизились. Сколько можно обсуждать? Кстати, что касается роста ВВП. В бюджете заложен рост ВВП в 2%. Инфляция ожидается 12%. Ну, по-моему, не надо быть специалистом вашего уровня, чтобы прекрасно понимать, что эти цифры нереальные. И сегодня ряд экспертов говорят о том, что инфляция будет и 20, и, возможно, 25-30. Есть и более худшие прогнозы. На ваш взгляд, то, что заложено в бюджете, насколько оно соответствует реалиям? В бюджете заложены цифры, которые основываются на том, что Соединенные Штаты, Международный валютный фонд, Европейский Союз, они не отреагируют на то, что сделала Верховная Рада вместе с правительством, на то, что деньги МВФ просто были выброшены на экспертов, что не хотят налоговый кодекс, который где-то был бы похож на европейский, на американский. И вот 20 января приедет миссия МВФ. Если они проглотят это, то тогда действительно вот те цифры, которые озвучены, они будут реальными, потому что Украина по данному бюджету планирует получить 9 миллиардов долларов из-за рубежа в качестве помощи. То есть не захотели реформировать экономику, не захотели выводить ее из тени, потому что сейчас 60% экономики находится в тени. Это 1 200 000 000 000 гривен. Огромная сумма, огромный поток, который никто не контролирует. Вот вы так красиво говорили про армию. Но вы понимаете, что это есть государственная армия, государственное финансирование. И там, я думаю, что все так, как вы говорите. Но есть еще теневая экономика, которая тоже финансирует определенные вооруженные группировки. И сегодня они с нами, завтра их хозяин, кто финансирует данные вооруженные формирования, передумает, либо хочет кого-то шантажировать. Это как было 31 августа в Киеве, когда уже гранату бросали представители Национальной гвардии, понимаете? И это очень рискованно, поэтому лучше, когда все открыто, как в Европейском Союзе, как в США, и тогда
можно быть уверенным, что те, кто имеет оружие, они будут использовать его во благо страны. Очень важно, на мой взгляд, затронули тему. Мы сейчас от чистой экономики перейдем все-таки в большую плоскость политики, буквально на несколько минут. Потому что вы сказали, фактически указали на роль тех, кого принято, я не люблю слово олигархи, да, принято называть в нашей стране олигархами, что вот они захотят по-другому и будут эту экономику нашего государства строить по-другому. Буквально несколько дней назад состоялась или встреча, или конференция, съезд так называемых олигархов. Итоги, насколько можно было, озвучил бывший глава Донецкой области Сергей Тарута, который сказал дословно, если президент, если Верховная Рада, если правительство не готовы строить экономику Украины по тем правилам игры, которые устраивают самых богатых людей Украины, то олигархи готовы строить свою экономику. Что вкладывал в это предложение Сергей Тарута? Какой смысл? Ведь вы прекрасно, правильно говорите, да, существуют две параллельных реальности. Реальная, извините за тавтологию, и параллельная. Теневая экономика и настоящая. А вот что, угрожают это олигархи власти или предупреждают, что мы все равно как жили, так и будем жить со своей экономикой? Я думаю, что это было предупреждение. Когда олигархи прочитали новый налоговый кодекс, который совместно с США и МВФ был разработан, то я думаю, что они увидели, насколько их доходы в 2016 году сократятся. И насколько эти деньги будут перераспределены в экономике. Потому что тот бюджет, который был принят до декабря 2016 года, минимальная заработная плата вырастет на 72 гривны. Даже при инфляции 12%, 72 гривны не покрывают эту инфляцию, а если будет не 12, как вы сказали, 20-30. То есть, опять-таки, основная тяжесть ляжет на бедных людей, как и произошло в 2015 году. Кому стало сложнее? Бедным. Почему? Потому что тарифы на газ в первую очередь коснулись бедных людей. Богатый человек, если он платил 5 тысяч, условно говоря, за квартиру, если он сейчас платит 10, а у него доход миллион, ему не заметит. Да. А если человек получает 2-3 тысячи гривен, и при этом он платил 300 гривен, а теперь 1000 гривен за отопление, понимаете? У него на жизнь, на продукты питания денег стоит меньше. Дальше, что опять-таки сделали? Подняли акцизы на алкоголь и на табачную продукцию. Я понимаю, что алкоголизм – это нехорошо, но, с другой стороны, в условиях тяжелого положения многие люди как-то вот пытаются немножко его скрасить и употребляют алкоголь не только в Украине, в общем-то, и во всем мире. Это еще то сразу есть, к нашим телезрителям, тут никто не ведет алкогольную кампанию, потому что иногда говорим об экономических реалиях. Теперь реально на 20-30 гривен бутылки водки подорожает, опять-таки, чтобы эти деньги пошли в бюджет. И это те деньги, которые должны были заплатить украинские олигархи. Ну давайте говорить откровенно. Это же сомнительный эффект. И будет ли он вообще от повышения акциза на тот же алкоголь и сигареты, на табак, то, о чем вы говорите? Я думаю, что это очень рискованные действия. Но вот олигархи собрались, и они предупредили. Выпили, закурили и подумали. Да, президента, премьер-министра, парламент, что или вы идете и делаете то, что мы вам скажем, что и сделала Верховная Рада. Но если вы будете прислушиваться не к нам, а к МВФ, либо к вице-президенту США Джо Байдену, тогда мы реально через полгода устроим досрочные выборы. У нас будет новый парламент, который полностью будет нами контролироваться, новый президент. И что на самом деле не так уж плохо, потому что надо перезагрузить власть, но не с точки зрения олигархов, понимаете? Ведь они-то думают, что они небожители. Им, как в свое время один олигарх в Донецке, Луганске тоже пытался, думает, я подниму народ, я заставлю Киев полностью. А надо загоню их обратно. Да, да. Что а не получилось, понимаете? Война. Получилась война, потому что народ на самом деле, если он выходит из-под контроля, то он непредсказуемый, как во время революции происходит. Поэтому олигархи, они прежде всего роют себе могилу. Но вот испугался. А вы говорите, вы не оптимист. Вот вы оптимист, и я с вами соглашусь в этом оптимизме. Да. Сергей Алексеевич, еще один момент, еще один негативный фактор, это снова повышение акциза, только уже на бензин. Но вот люди задаются вопросом, нефть дешевеет, бензин, как минимум, цены остаются прежними, довольно-таки высокими.
акциз повышают. Будет ли эффект какой-то? Да кто это почувствует? Опять те же богатые люди Украины, о которых вы сказали. Не мы же. Ну, почувствуют те, кто где-то треть рынка нефтепродукта держит в тени. Ведь тень, она накрывает в том числе нефтепродукты. Вот часто бывает, что вот вы заправляетесь, и вам добровольно приносят чек от кассового аппарата. Да, если вы попросите, не скажете, подождите, мы вас заправим. Ну, дадут чек, да, но это где-то 10%. Остальной бензин как проходит, скажите? Понимаете, то есть вместо того, чтобы навести порядок, чтобы, во-первых, было качество, ни в одной стране мира нет такого, что вот вы можете заправиться, и у вас возникнут проблемы. Опять же таки, почему? Потому что кто-то добавил неизвестно что в бензин, бензин стал значительно дешевле, кто-то заработал, а кто-то потерял там двигатель, либо... И это очень легко сделать, да, контроль за качеством. Просто не дается чек при заправке, штраф, и все. Но правительство отказывается вводить контроль, а вот поднимают акцизы с тем, чтобы показать, да мы же пытаемся вроде бы как наполнить бюджет. Но опять-таки, кто исправно платит налоги, тот будет платить больше. А кто не платил, тот получит еще больше конкурентное преимущество. Вот и все. Вот такая политика, она совершенно безграмотная с точки зрения экономики, но пока срабатывает в Украине. Я сейчас пошучу, конечно, вначале. Я не знаю, насколько пресс-служба Арсения Яценюка отслеживает наших гостей в эфире и знает, кто у нас будет. Тем не менее, буквально час-полтора назад премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил следующее о том, что в 2016 году Украина надеется получить от международных партнеров около 10 миллиардов долларов финансовой помощи. Чи врятує це нашу українську економіку? Это может спасти... Или это спасение на каком-то этапе? Да, это если МВФ и США не отреагируют на действия парламента, они могут так поступить, потому что Соединенные Штаты, они не всегда чистоплотны. Сейчас для них главный враг это Россия, как и для Европы. И действительно Россия представляет опасность даже для Соединенных Штатов. То, что, как, например, Асад в Сирии представляет опасность для региона. Поэтому Соединенные Штаты с радостью поддерживают разные силы в Сирии, кто воюет против Асада. И часто оказывается, что эти силы, они и не демократичные, и не совсем уважают права человека. Восток дело тонкое. Да, да. То же самое в Украине. Вполне возможно, вот Джо Байден прилетел в Украину, показал американскому народу, что он хотел бы, чтобы в Украине боролись с коррупцией, чтобы американские деньги не разворовывались. То есть выполнил свою задачу, но, может быть, в кулуарах сказал, ну вот, вы понимаете, вот это наша позиция официальная, но для нас главное, чтобы вы не сдавались России, потому что война в Украине нанесла колоссальный удар по экономике России. Потому что эта война позволяет Западу продолжать санкции против России. Вы видите, что происходит с российским рублем. Отток капитала 100-150 миллиардов долларов из России. И недовольство внутри России среди представителей финансового капитала действиями Путина растет. Кстати, арабские шейхи, насколько мне известно, закладывают в бюджет следующего года стоимость нефти $29 за баррель. Сегодня там 35-36, ну, колебания такие есть. Я сейчас не о нефти, а о газовых отношениях. Отчасти сказал, тогда, опять-таки, был оптимистом. Газовые отношения Украины и России. Торговые отношения Украины с Россией. 21 декабря Медведев заявляет о том, что с 1 января 2016 года Россия вводит продуктовое эмбарго на украинские товары. Чем это грозит, если грозит для украинского потребителя сегодня? Я не думаю, что это скажется на украинском потребителе, либо на украинском бизнесе, потому что украинский бизнес сверхприбыльный. Если вы посмотрите на многие виды товаров, то у нас цены выше даже, чем в Европе, поэтому они будут продавать свою продукцию в Украине и на плаву останутся. Вот эти санкции, которые вводит Россия, она же вводит не только по отношению к Украине, и по отношению к Турции, и по отношению к многим европейским странам, прежде всего наносит удар России. Потому что здесь вот этот примитивный подход, как вот забрали Крым, себе во вред, потому что могли поступить по-другому, и Крым был бы де-факто их,
де-юре украинский, и их экспансия в Украине российская была бы значительно более сильной. Теперь-то, в общем-то, к Российской Федерации отношение стало во много раз хуже, чем было 2 года назад. Если Путин повел бы себя по-другому, то они бы достигли своих целей, а теперь видно, что цели уже невозможно достигнуть российские. То же самое в экономическом плане. Они ограничивают европейский импорт и украинский. Так что здесь нам может быть приятно, что к нам относятся как к европейской стране. Поэтому это вред России колоссальный. Именно по России. Удар. 1 января это не только день рождения Степана Бандеры, кто не знал, еще много других исторических дат. Это я так просто напоминаю. 1 января зона свободной торговли с Евросоюзом. Опять-таки премьер-министр, и я его позицию понимаю, да, он расхвалит все это дело, будет здорово, будет хорошо. Что будет происходить на самом деле? Я понимаю, что это мы не проснемся 1 января, да, там, откроем глаза, а мы уже там, по крайней мере, в торговле в Европе. Да. Вот как потребитель, будет ли он это ощущать? Или снова эти ощущения касаются только тех людей, которых мы называем олигархами? Потребители частично увидят, что есть некоторые изменения, и они коснутся цен на импортные европейские товары. Они где-то процентов на 5-7 снизятся. Но теперь давайте посмотрим, кто сейчас обращает внимание на цены, например, европейских продуктов питания. 5% населения, которые занимаются успешным бизнесом, либо которые связаны хорошо с властью. То есть они станут платить немножко меньше, станут потреблять больше европейского сыра, мяса, спиртного европейского, тем более украинское подорожает, да. Но они, правда, украинское и так, я думаю, не сильно любят. Поэтому вот для небольшой части населения ситуация улучшится. Для подавляющей части населения ситуация не поменяется. Но при этом будет обидно, что вот тот потенциал, который открывает зона свободной торговли, а это прежде всего, как я уже говорил, возможность привлечения европейских инвестиций. Вот почему Европа столько лет пытается загнать Украину в зону свободной торговли? Потому что внутренние источники роста в Европе практически исчерпаны. Денег у них огромное количество. Поэтому Украина представляет такую ценность? Да, технологии тоже есть. В свое время европейцы, американцы инвестировали в Китай, в коммунистический Китай. 40 лет назад, беднейшая страна, уровень образования нулевой. И то для того, чтобы развиваться, и американские компании, и европейские вкладывали достаточно рискованную тогда страну в Китай. А теперь есть Европа, есть Украина в центре Европы. Они готовы, у них миллиарды, которые они хотят вложить в Украину, потому что они не могут внутри Европы, либо внутри США создать новое производство, крайне дорого, сложно. А тут есть люди, есть земля, куда вкладывать, есть деньги. Но им нужны прозрачные правила игры. Почему они хотели и заставляли Украину принять новый налоговый кодекс? Чтобы все были в равных условиях. Что европейский инвестор, что украинский. А что происходит сейчас? Украинский бизнес знает, как обойти законодательство, как договориться с судебной системой, и, например, доля европейских банков в Украине сокращается, потому что европейские банки столкнулись с чем? Они вроде как легально кредитуют украинский бизнес, а кто-то не совсем честно находит в судебной системе возможность через хорошего судью признать кредитный договор недействительным. И европейский банк остается ни с чем, теряя миллионы долларов. Много случаев есть, и напрямую, и президента. Поэтому они не придут к нам, потому что они боятся, что они потеряют деньги. Кстати, очень важный момент, очень важный аспект, спасибо, что на нем акцентировали внимание, это взаимосвязь экономики и той же судебной реформы, о которой мы говорим. Вот она, эта связь, да. Вот она, эта цепочка. Если возвращаться уже больше к финансовому рынку, понятное дело, я не буду сейчас спрашивать, в какой валюте лучше хранить деньги в 2016 году. Я думаю, что тенденции не изменились, и как говорил наш общий старший друг Николай Игоревич Шутов, который, к сожалению, в этом году его не стало, он всегда говорил, и в евро можно часть, да, в долларах часть, в гривне. А что бы вы сегодня посоветовали? Как себя гривна в этих условиях, о которых вы сейчас сказали, может себя повести? Да? То есть прогноз, давайте такой, оптимистический и чуть-чуть похуже. Сейчас я не могу дать никаких рекомендаций, надо подождать конца января. 20 января приезжает миссия МВФ. Если они закроют глаза,
на то, что никаких реформ в экономике нет, и согласятся дать 9-10 миллиардов долларов, то эти миллиарды долларов помогут поддержать курс гривни на том уровне, который он есть, и тот курс, который заложен бюджетом, 24.1-24.4, он вполне реальный. Опять-таки, если мы получим 9 миллиардов долларов извне, и хватит на то, чтобы курс не менялся в случае, если не будет каких-то потрясений внутренних. Если миссия МВФ скажет, что, извините, мы не можем терпеть то, что вы говорите о реформах, вы соглашаетесь с тем, что надо создавать такие же условия для ведения бизнеса в Украине, как и в Европе, и в США, для того, чтобы привлечь инвестиции, потому что кредиты, их же нужно отдавать. Мы получим 9 миллиардов, потом через пару лет надо отдать, условно говоря, там на 20% больше. Понимаете, то есть это не те деньги, которые могут спасти страну на протяжении долгого периода времени. А инвестиции, их, в общем-то, отдавать не надо, наоборот, они приносят доход. Поэтому все страны, та же Польша, Чехия, Венгрия, они начинали с кредитов, а уже через несколько лет приток иностранных инвестиций перекрывал кредиты, и теперь их задолженность сокращается постоянно. Поэтому если выделят следующий транш МВФ, то это будет знак на 2016 год. Они готовы терпеть это правительство, этот парламент, этого президента, этот уровень коррупции, этот уровень теневой экономики. Тогда курс гривни будет на том же уровне, поэтому в гривне тогда. Если они не приезжают, либо приезжают, потом хлопают дверью и уезжают. То есть Украина, если не получает этих 9 миллиардов, то, конечно, при том уровне коррупции, том уровне теневой экономики, который есть сейчас, предел падения гривни предсказать невозможно. Потому что население поверило все-таки, что будут реформы, поэтому отток денег из банковской системы приостановился, но при этом треть банков обанкротилась. Если будет новая волна, то я думаю, что она будет, вот, давайте так, последней. Я всегда с большинством, с подавляющим большинством своих гостей стараюсь быть радушным хозяином этой студии. И буду с вами таким же. Я рад был бы видеть вас в этой студии буквально в первых числах января. Но мы этого делать не будем. Как минимум, мы дождемся приезда миссии МВФ в нашу страну. Б, посмотрим на итоги ее работы. И В, только тогда я вас приглашу в эту студию. Мы вместе с вами уже обсудим итоги этой работы. Увидимся раньше. Ну, дай бог, значит, что-то все-таки складывается лучше. Мы выходим на финал нашей программы. 2 минуты до окончания эфира. Это последний эфир, наш с вами последний эфир в этом году, в этой студии. У вас есть несколько слов сказать за праздник для Одессы и одесситов? Пожалуйста. Спасибо. Я желаю одесситам оставаться оптимистами, потому что вот и Сергей начал сегодняшнюю передачу с оптимизма. Мы все-таки европейский город, и мы во многом отличаемся от большей части Украины. Мы всегда чувствовали себя частью Европы, во многом жили как европейцы. И я надеюсь, что в следующем году за нами последует и остальная Украина, и тоже почувствует себя по-настоящему европейцами. И тогда все будет добре. Все будет добре, да. Спасибо огромное. Ну, как минимум, точно два региона в нашей стране. Это Западная Украина, ее определенная часть со столицей во Львове, и Южная часть со столицей в Одессе. Действительно, Европа, не понаслышке. Спасибо, что были с нами. Через несколько минут в этой студии, в прямом эфире, у нас будет поэзия. У нас будет взгляд на те события, которые вполне вероятно произойдут в новом году. И будет все, будут реалии, будет оптимизм с верой в будущее. Спасибо вам, до встречи.